Аня продолжает занятия по твистингу. Что такое твистинг? Это наука о скручивании шаров. Весна на улице, поэтому мы будем скручивать цветочек. Цветочек будет с меня ростом. Для цветочка понадобится 5 шаров для моделирования, 2 зеленых для стебельков и листьев, 3 другого цвета для лепесточков и маленький круглый для серединки. Для начала лепестки связываем между собой. Первый, второй и третий. Теперь из вот такого колечка нам нужно сделать восьмерку. Находим серединку. Сдавливаем. Соединяем со связанной частью. И перекручиваем. Получилась восьмерка. Все 3 восьмерки перекручиваем между собой. Получился цветочек. Теперь цветочек откладываем, возьмем серединку и свяжем со стебельком. На стебелек надеваем цветок. Осталось сделать зеленые листочки. Из зеленого шара делаем восьмерку. Прикручиваем к стеблю. Весна становится ярче и красивее. А те, кто хочет узнать о других поделках Василковой мастерни, заходите на сайт детской студии Василка. www.vasilka.lg.ua